С нового года в силу вступают изменения в закон о защите конкуренции. Поправки составляют так называемый четвертый антимонопольный пакет. Прежде всего, будет упразднен реестр монополистов, имеющих долю на рынке свыше 35%. О других нововведениях и о том, как они отразятся на бизнесе и власти, шла речь сегодня на пресс-конференции руководителя регионального подразделения ведомства Сергея Петрова. С нового года правительство России будет иметь возможность устанавливать правила недискриминационного доступа на товарные рынки. То есть снижать необоснованные ограничения в тех сферах, где они препятствуют эффективному развитию рыночных отношений и тем самым обеспечивать защиту конкуренции. Изменится и процесс рассмотрения антимонопольных дел. В частности, поправки расширят институт предупреждений и распространят его на действия органов власти. Если в отношении хозяйствующего субъекта монополиста мы получаем заявление и видим, что есть нарушение, мы можем по отдельным нарушениям выдать предупреждение. Если хозяйствующий субъект исполняет это предупреждение, дело не возбуждается, штрафы не налагаются. Вот теперь будут такие предупреждения даваться всем органам власти за недобросовестную конкуренцию. То есть из карательного органа мы превращаемся в такой предупредительный. Это касается всех видов нарушений.